Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео, чтобы не потерять классные рецепты. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный клубничный лимонад. Такой лимонад нравится и детям, и взрослым. Приготовить его очень просто, это можно сделать и дома, или даже на даче. На самом деле лимонад можно готовить не только из клубники, но и из других ягод. Итак, что нам понадобится? Воду пока что убираем в сторону, она нам пригодится чуть позже. Берем ковшик и просто складываем сюда ягоды, мята, выжимаем лимонный сок и насыпаем сахар. Сок из лимона выжали, весь стол забрызгали. Теперь мы берем ковшик, ставим его на плиту. Нам нужно, чтобы ягоды, во-первых, разморозились, а во-вторых, чтобы растаял сахар. Маленький лайфхак. Если вы готовите этот лимонад из свежих ягод или, например, на даче, где у вас нет плиты, вы просто можете сразу взять свежие ягоды, измельчить все это дело в блендере и залить кипятком. Тогда сахар растворится. Сироп у нас сварился, посмотрите, как он выглядит. И теперь нам нужно измельчить вот это вот все с помощью блендера. У нас с вами получилась вот такая ягодная заготовка для лимонада. Теперь нам нужно сложить немножечко, ну примерно 4-5 столовых ложек в кувшин и залить все это минеральной водой. Лимонад готов. Ну, конечно, можно его охладить в холодильнике или добавить лед. Вообще, вы можете сложить эту заготовку в контейнер с крышкой или в какую-то баночку и убрать в холодильник. И потом в любой момент сделать себе прекрасный домашний лимонад. Это очень-очень удобно. Можете положить количество пюре по своему усмотрению. Например, если вы хотите яркий, насыщенный клубничный вкус, положить, конечно же, побольше. Если хотите легкий привкус клубники, то положить можно всего пару столовых ложек. Я беру газированную воду, но если вы по каким-то причинам не пьете газировку, можно залить просто обычной бутилированной водой. Налили половину кувшина, теперь берем вот такую длинную ложку и перемешиваем. Наш лимонад готов, теперь я уберу его в холодильник, чтобы он остыл. Если у вас есть лед в холодильнике, просто можно добавить в кувшин немножко льда. Пробуем. Очень вкусный лимонад, очень вкусный. Мне кажется, что такой лимонад еще классно должен получиться с малиной. Лимонад получился в меру сладкий, очень освежающий. Мне кажется, это просто идеальный напиток для летней жары. Обязательно попробуйте его приготовить, ведь домашний лимонад намного полезнее и вкуснее, чем в магазине или в кафе. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому рецепту и пишите свои отзывы, когда приготовите такой лимонад.